В этом году общий охват участников регионального этапа чемпионата по профмастерству составил 160 человек, включая конкурсантов, экспертов-наставников, а также главных и индустриальных экспертов. Соревнуются как студенты политехнических колледжей, так и общеобразовательных организаций округа. Советский политехнический колледж вот уже пятый год является площадкой проведения регионального этапа чемпионата. Именно в нашем колледже чемпионат проходит по шести компетенциям в основной возрастной категории. К нам приехали студенты со всего региона. Это и Нижневартовск, и Нягань, Нефтеюганск, Урай, Югорск. То есть все студенты среднего профессионального образования по округу. Разработка мобильных приложений, а также дополнительной и виртуальной реальности, веб-технологии и графический дизайн, бухгалтерский учет и впервые в этом году реклама. Все эти образовательные направления вошли в соревновательный перечень регионального этапа. Участникам пришлось основательно поработать над своей подготовкой. Площадка мне очень нравится. Я здесь уже не первый год, и я вижу прям кардинальные изменения, по крайней мере, по внешней структуре. Сам конкурс, он очень, ну, достаточно сложный, и для этого очень серьезная подготовка идет. Здесь очень хороший старт, очень много структур для одной компетенции, и из-за чего у тебя остается очень многоградные вот эти вот навыки все. Надо отметить, что упорную борьбу за звание профессионалов на чемпионате ведут не только студенты, но и школьники Югры. По мнению экспертов, они показывают хорошую подготовку, а комфортные условия, созданные для них на соревновательной площадке, дают хорошие шансы на победные результаты. Юниоры – это у нас школьники от 14 до 17 лет, самые маленькие на этом чемпионате, да, профессионалы. У нас 3 дня конкурс проходит. 4 модуля они разрабатывают. Первый модуль, у них нужно было разработать приложение, потом поработать с базой данных и организовать функционал игры. И сегодня они вот последний модуль выполняют, работа с конструктором сайтов. Тут очень красивая, отлично укомплектованная площадка. Всегда вот приезжаю и, наверное, смотрю вот на то, как тут все обустроено, и мне, ну, действительно нравится. После подведения итогов состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров по всем конкурсным компетенциям. Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал «Первый Советский».